Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения уже на протяжении 3 недель оказывает помощь для наших медицинских работников во всех регионах. На сегодняшний день сумма оказанной помощи составляет более 325 тысяч. Это касается всех регионов. В основном помощь идет в те учреждения, где наиболее интенсивно работают наши медицинские работники. Это областные больницы, это инфекционные больницы и другие лечебные учреждения, которые активно принимают участие по лечению пациентов с инфекционной заболеваемостью. Средства направляются на различные нужды, прежде всего на приобретение средств индивидуальной защиты, на средства дезинфекционные, косметические средства для того, чтобы защитить кожные покровы наших медработников. Ну и на иные цели для того, чтобы улучшить быт и условия работы наших медицинских работников. Как вот эта помощь воспринимается в коллективе? Коллектив инфекционной больницы хочет сказать огромное спасибо всем, кто оказывает нам эту материальную помощь, потому что на данный момент это очень актуальные вещи, обувь, какие-то средства индивидуальной защиты, ну, это, естественно, то, что нам очень надо. Поэтому большое спасибо тем, кто оказывает помощь, и коллектив с большой благодарностью относится тем людям, которые нам помогают. Как вообще относится к той помощи, которую есть в социальных сетях, не знаю, какое число благодарности, как вот коллектив, который сейчас работает, я не знаю, по 12 часов сейчас работаете? Вообще от лица всего коллектива инфекционной больницы хочется выразить огромную благодарность за предоставленную помощь, что сейчас и питание налажено, то есть те же самые комбинезоны нам поставили. Поэтому всем большое спасибо. Мы это ценим. Ну, на данный момент мы обеспечены. То есть мы приходим, ежедневно у нас новые комбинезоны, масочки, респираторы, то есть все это есть. Не могу сказать, что прям намного так стало тяжелее работать, но справляемся. Главное, что у нас есть защита, вот, и желание работать. Справляемся.